мир разделяет на добро и зло, действительно ли существует эта двойственность? Если она существует, а Кришна источник всего, то какова необходимость во зле? Для Кришны не существует разницы между добром и злом. Для тех, кто достиг духовной платформы, не существует двойственности. Между ними разницы нет. Между добром и злом. Для нас с вами, конечно, существует такая разница. Мы зависим от гун материальной природы, поэтому мы должны быть осторожны в этом смысле. Но когда человек достигает трансцендент уровня, разницы нет. Добро и зло – это зло исходит из добра. Все изначально исходит из добра, все духовное. И становится вот разными качествами, разными гунами. В материальном мире все есть невежество. Даже если мы добро делаем, оно все равно в невежестве. То есть человек, который делает добро, начинает гордиться своей добродетелью. Это начало зла. Начало высокомерия другим людям. Чувство превосходства – это начало. То есть от праведников исходит эта тенденция. С другой стороны, зла и не существует, потому что зло, оно отражается от добра. Добро существует. А зло – это искаженное или противопоставленное, противопоставление добру. Если вы знаете, что такое истина, вы не подвергаетесь этому нуждению. Если человек демон, и он хочет убить Кришну, Кришна убивает и освобождает. Для него нет ни добра, ни зла. Кришна думает, он со мной сражается, достал мне удовольствие своим воинским пылом, послужил мне, отправляйся домой. Путана приходит Кришну убить, смазав свой сосок груди ядом страшным. А он младенец, накормлю его, и так я его убью. Кришна выпивает ее молоко вместе с ядом и вытягивает жизненную силу через грудь. И думает, она же моя мама, так отправляйся ко мне домой, будь моей мамой. Убийцу. Таков Кришна, для него существует добро и зло. Когда Прабхупада говорил, что есть негодяи, люди, негодяи, которые отрицают существование Бога, тогда его спросил один из его будущих учеников тогда. Он спросил, а если негодяй обращается к Богу, как это, что это? Прабхупада отвечает, тогда он уже не негодяй. Для Кришны не существует такой разницы. Он же преданный. Он негодяй, конечно, он преданный. Кришна уже по нем по-другому думает. Но для нас существует такое различие. Нам не рекомендовано делать злые вещи, потому что мы обуславливаемся злом, отдаляемся от Бога.